По завершении 30-дневного поста в соборной мечети Черкесска сегодня прошел коллективный намаз. Он собрал сотни верующих. Подробности в репортаже корреспондента Артура Мхце. Мусульмане отмечают один из главных праздников в исламском календаре. Ураза Байрам имеет многовековую историю. Он наступает вместе с обновлением цикла небесного светила. По окончании месяца Рамазан, 30-дневного поста, верующие возвращаются к привычной жизни. Этот праздник один из двух великих праздников ислама. Подготовка к этому празднику у нас шла прежде всего месяц назад. У нас начался пост. Пост очень строгий. И духовное, и физическое очищение. Сегодня мы хорошо подготовились для этого намаза. После этого намаза мы посидим под друзьями, ну, радуемся. Мы этот месяц постились, себя воздерживали во многом, молились ночами. И когда закончился этот месяц, с огорчением восприняли. И с одной стороны, как бы для нас это большой праздник. К началу коллективного намаза в соборной мечети Карачаев-Черкесии огромное количество людей. Многие пришли сюда задолго до восхода солнца. Некоторые семьи представлены сразу несколькими поколениями. Праздничное богослужение провел председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев. По окончании службы люди отправятся к своим старшим родственникам, отметят праздник с теми, кто дорог. Сегодня надо поздравлять вначале родных, потом знакомых, близких, потом уже посещать могилы, делать дуа умершим. Это все, что мы можем делать для них. Мы тоже придем туда, дай Аллах, чтобы их мы встретили в раю. Вся эта жизнь, она очень скоротечна. Кто когда умрет, один Аллах знает. Особой традицией Ураза Байрам является раздача милостыни, что символизирует очищение души. Помимо денег, нуждающимся помогают и продуктами питания. В то же время в светлый праздник запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, кроме приготовления пищи, а также конфликтовать, злословить и ругаться с близкими. Артур Мхце, Олег Малхожев, Вести, Карачаев-Черкесия. А накануне состоялся общереспубликанский праздничный ифтар, организованный главой Карачаева-Черкесии Рашидом Темрезовым по случаю окончания священного месяца Рамазан. Коллективный обряд разговения, как и в предыдущие годы, собрал верующих со всех населенных пунктов республики. Ахмат Халкечев продолжит. Разговевшись водой и финиками, как того и рекомендует сунна, верующие, прежде чем приступить к трапезе, совершили джамагат намаз, который возглавил имам города Черкесска Кадзим Хаджи Качиев. После Рамадана начинается месяц Шаваль. Месяц Шаваль тоже великий месяц джамагат. Это один из Ашхур-Хадж, то есть месяцы хаджи, есть такие месяцы, это уже начинается Шаваля. Шаваль, Зуль-Кирда, Зуль-Хиджа, они считаются месяцами хаджа. Начиная с завтрашнего дня, уже человек полноценно, как хадж, имеет право облачаться в ихрам, не на умру джамаат, на хадж имеет право намерение делать и зайти с намерением хаджа в Мекку. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев с удовлетворением отметил, что организация таких коллективных обрядов разговения от главы региона в последние годы стала доброй традицией. Лидер мусульманской уммы поблагодарил главу республики за такое внимание к верующим. Еще муфтий отметил важность совершения благих дел не только в священный месяц Рамазан. Очень быстро проходит этот месяц. Почему? Потому что этот месяц такой, что в начале месяца мы просили, что в этот месяц мы должны делать добро. А мусульманин должен делать добро постоянно. Также Исмаил Хаджи отметил благодарственными грамотами духовного управления Карачаева-Черкесии имамов, находящихся на правительском поприще более 30 лет. Ну а от имени главы и правительства республики гостей поприветствовал первый вице-премьер Хызыр Чекуев. Сила любого джамаата это в том, что это когда люди одинаково мыслят, поддерживают друг друга. Сегодня спасибо и хочу сказать вот хаджи, то, что вокруг себя объединяет всю умну Карачаева-Черкесии.
Стоит отметить, что в завершающий день священного поста места для коллективного разговения в республиканской столице были организованы в нескольких локациях. Ахмат Халкечев, Олег Малкожев, Вести Карачаево, Черкесия.